Всем добрый день. Первая песня «Овсяное печенье», стихи Евгений Чепкасов. Я вам расскажу об овсяном печенье, о том, что глотать его с чаем горячим. Есть способ, испытанный для извлечения души, когда мысли пошли в раскорячку. Огромное значение овсяного печенья. Печеньем овсяным накормлен. Огромное значение овсяного печенья. Ля-л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 я. Стишок этот просто рекламная утка. Его заказал мне усатый кондитер. И все же, друзья, поразмыслив минутку, быстрее за печеньем овсяным идите, потому что огромное значение овсяного печенья. Никогда ни о чем не жалейте. Стихи Андрея Терентьева. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого грусть свою скомкать. С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случится, не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, даже если за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гений вывелся, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось и где. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Но еще гениальнее слушали